представляю вам начинающего мастера из сибирского города Омск. Андрей Васильев осмелился привезти очень простенькие корабли, но сделанные им на коленках, как он мог, до того, как со всеми нами познакомился. То есть мы сейчас можем видеть, что делают люди до того, как общаются на Кубке университетов, и с тем, что делается после того, через год, два, три, когда наберутся опыта, посмотрят технологии, инструменты, материалы. Итак, прошу рассказать о себе, Андрей. Ну, не знаю, с чего начать. Я был военный, ушел в запас. Но начиная, наверное, лет 20 назад, когда я еще служил в Афганистане, мне попалась статья про известного питерского моделиста Александра. Я загорелся этим как бы делом. И дослужил, потом проработал и решил попробовать себя в этом, ну, достаточно непростом. Это вот первые мои попытки, это самая первая моя попытка, это уже вторая. Параллельно. Но смысл в том, что сейчас я повторяю эту же модель, но уже в более крупном масштабе и уже набравшись определенного, пусть небольшого опыта. Приехал сейчас на Кубок университетов для того, чтобы, ну, действительно познакомиться с сообществом, набраться какого-то опыта, реально посмотреть на модели, потому что многие из этих моделей имеются в интернете, но одно дело, когда ты смотришь на экране, а другое дело, когда видишь это вживую. Ну и как бы это уже и дает определенный опыт, можно более детально ознакомиться, детально посмотреть, как это все делается, ну и потом попробовать уже это все на своих моделях воплотить. Как бы я обратно эти модели не привезу, я привез эти модели для того, чтобы подарить какому-нибудь сумму судомодельных кружков, которые в Санкт-Петербурге или, может быть, в другом городе, да, которые, то есть, ну, Александр Алексеевич Давленко, я думаю, это все дело сможет организовать. Ну и чтобы доделали, а я на следующий год, возможно, вернее, я обязательно приеду, посмотрю, как это все получится.